Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я ее ведущий Александр Петрушин. Сегодня в выпуске. Жуткое убийство. Незаконный алкобизнес и наркотики. Побои как метод воспитания. Все это и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. Следственным комитетом Тувы 30-летнему жителю села Байхак Тандинского района республики предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, 19 августа около 17 часов недалеко от частного домовладения по улице Пушкина села Байхак между двумя мужчинами в ходе совместного распития спиртного возникла ссора, во время которой обвиняемый вилкой нанес не менее двух ударов в область сердца 33-летнего свояка. Через непродолжительное время потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. От невнимательности взрослых страдают дети. Вечером 30 августа в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о том, что с села Черби в детское соматическое отделение города доставлен трехгодовалый мальчик с острым отравлением. Инспектором по делам несовершеннолетних установлено, что в этот день мальчик вместе с бабушкой находились в гостях. Ребенок, забежав первым в дом, увидел в коридоре бутылку из-под сока. Решив, что там напиток, выпил жидкость. Оказалось, что в емкость был налит бензин, который предназначался для заправки бензопилы. Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. Также 1 сентября с острым отравлением электролитом в детское соматическое отделение поступил еще один 4-летний ребенок, проживающий в селе Арык-Узы. Как выяснили сотрудники полиции, отец мальчика во дворе дома занимался ремонтом автомобильного аккумулятора. В это время мальчик со своим старшим братом играли рядом. Ребенок, увидев оставленную на крыльце дома емкость с жидкостью, принял ее за воду и сделал глоток. В настоящее время состояние малолетнего оценивается как стабильное. Сотрудниками полиции в отношении родителей ребенка составлен административный протокол. Кроме того, за минувшие выходные на территории республики сотрудниками полиции зарегистрировано еще 3 случая травмирования малолетних детей. Хищение в особо крупном размере. Приговор суда в отношении 43-летнего бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Титан-РТ» вступило в законную силу. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года администрация Улухемского района в лице председателя администрации, выступая в качестве заказчика, заключила с ООО «Титаном» 2 муниципальных контракта стоимостью более 12,8 миллионов рублей на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах города Шаганар. Затем в ноябре 2014 года Чикден добился подписания заказчиком заранее подготовленных им подложных актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. При этом подрядчик на деле не сделал свою работу. На основании подложных документов заказчикам были произведены расчеты по муниципальным контрактам на общую сумму более 16 миллионов рублей. Деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению, чем причинил материальный ущерб администрации района. Приговором суда первой инстанции подрядчику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По результатам рассмотрения апелляционной инстанции приговор суда изменен. Срок наказания снижен до 3 лет и 9 месяцев лишения свободы. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет?
Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Сотрудники СОБРа и Росгвардии во время рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в местечке Сесеги, близ села Эйме, задержали мужчину, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 16 фрагментов вещества с характерным запахом дикорастущей конопли. Данный гражданин был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Его личность установлена. 28-летний, ранее судимый местный житель. Согласно результатам проведенного экспертом-криминалистом исследования, изъятые вещества являются гашишем массой более 34 граммов. При проведении допроса мужчина признался, что наркотическое вещество изготовил для собственного употребления. На следующий день в черте села Шанчи сотрудники остановили легковушку под управлением 26-летнего жителя Цзунхемчикского района. При проверке авто в салоне обнаружены и изъяты 24 фрагмента вещества с внешними признаками наркотического. Согласно исследованию, изъятым веществом оказался гашиш общей массой 43 грамма. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Незаконное хранение наркотических средств. В Туве сотрудники полиции разыскали и вернули хозяевам более 200 голов пропавшего со свободного выпаса скота. 28 августа в дежурную часть полиции села Самогалтай поступило сообщение от местной жительницы о пропаже 200 голов мелкого рогатого скота. По словам женщины, скот пропал с пастбища вблизи села Ак-Эрик. Установлено, что выпас животных осуществлялся без присмотра. В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенными сотрудниками полиции, скот был найден на пастбищах в местечке Сайгын Тесхемского района и возвращен владельцам. Полицейскими установлено, что 7 голов из пропавшего скота загрызли волки. Также в полицию Цзунхемчикского района с заявлением обращалась 69-летняя жительница города Чадан. По словам женщины, со свободного выпаса в местечке рядом с селом Хайрыкан пропали принадлежащие ей 10 голов крупного рогатого скота. Сотрудники полиции разыскали пропавший скот в местечке Бора-Булак. МВД региона призывает граждан усилить контроль за сохранностью своего скота, не выгонять его на свободный бесконтрольный выпас, укрепить постройки для его содержания и установить надежные замки и другие запирающие устройства. Напомним, что за осуществление бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность. Выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцам или уполномоченными им лицами.
Сегодня утром на перекрестке улиц Кочетова-Бухтуева не разъехались «Газель» и «УАЗ». По предварительным данным, «Газель» ехала по маршруту номер 2. Маршрутка ехала в западную сторону и не уступила «УАЗу». Там «Газелист», он решил проскочить, там колонна шла. Был небольшой промежуток, он решил проскочить, еще и скорость увеличил. Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса «Газель», 56-летний житель города Кызыла, не выполнив требования пункта 13.4 ПДД, совершил поворот налево, не уступив дорогу автомашине «УАЗ», принадлежащей Почте России, в результате чего произошло столкновение транспортных средств с опрокидыванием «Газели». Визуально оба водителя находились в трезвом состоянии, но в целях объективности проверки ДТП с пострадавшими людьми они обязаны пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия в республиканскую больницу госпитализирован с различными травмами пассажир микроавтобуса «Газели». Также на месте оказана разовая помощь 10 участникам дорожно-транспортного происшествия. Мы начинаем новую рубрику «Важно знать». Сегодня мы расскажем о безопасном маршруте для школьников. Что нужно знать взрослым и детям, расскажем далее. Родителям, особенно первоклассников, нужно знать, что важным инструментом для формирования навыков безопасного поведения на дороге у детей является использование схемы безопасного движения от точки А в точку Б, то есть от дома до школы и обратно. Обычно для размещения схемы безопасного маршрута выделяют первую или последнюю страницу дневника. Так он будет с ребенком целый учебный год. В схеме безопасного маршрута дом-школа должны быть нарисованы все здания, встречаемые на пути движения, все пересечения проезжих частей, тротуары, дорожные знаки и пешеходные переходы. Также непосредственно дом и здание школы. Также в маршруте указывается название улиц, по которым осуществляется движение, и телефоны для экстренной связи с родителями и учителем. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль». Также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.